Я решил ездить с осьминогом на голове. Да. Поеду с осьминожкой. Может быть, осьминожка меня как-то защитит от ударов головой. А, нет, нифига не защищает. Все идеально, стартанули. Смотри, какие они быстрые все-таки, да, чуваки? О! Магнит у меня улучшенный. Захватывать стал быстрее. И финиш. Идеальный старт. Ух ты! Тихо-тихо-тихо. Нет, вонючий случай, разбились мы. Второе место только занял, да? Из-за этого последнего удара головой. Нет, осьминожка нам явно не помогает. Эх, давай оденем другую шапочку. Тебе парик оденем. Да. Это что за гвоздь такой? Не понял. Все, поехали. О, все на таких машинках, как у меня, прикинь. Все на таких машинках едут. С чем это связано, не знаю. Но мы все равно первые приехали. Так, ускоряемся. Ух ты! Давай назад и быстренько вперед. Тихо. Давай не разбейся. Потому что многие могут там разбиться, а мы разбиваться не должны. Вот и бензин закончился у меня, да? А-а-а, как замечательно. Поехали дальше. Да, ёшки-палки. Такс. Аккуратно, аккуратно проехали. Проезжаем. О, чуть голову не задел, прикинь. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Ты сможешь первое место занять. Молодец. Превосходно. Чё это? Чё такое? Мы так проехали немножко. А, новый кубок, столичный кубок. Во, теперь проехали. Ух ты, грязная ралли. ВС по брякушке. Уровень босс. Почему у меня... Ой, подожди. У меня не было такого, чтобы я с каким-то боссом там воевал. Даже? Да. Нет, смотри. Как бы такого никогда не было, что вот какой-то босс. Ну, кстати, был один раз. Еще один босс, да ё-моё. Платина 3, второй босс платина. После платины платина 3. Вот такую надо машинку брать, они, вот многие на ней ездят. Ладно, давай проверим, что это за босс такой. Что это за босс такой интересный? Какая у него машинка интересная. Быстрая, наверное, да? Быстрая машинка, очень быстрая у него. Машинка, побрякушки. Что за побрякушки? Ты кто такой вообще, алё? Ты кто такой, чувак? Иди нафиг, как тебя побороть-то? Как тебя победить? Икс. Мы вышли вперед. Не знаю, надолго это или нет. Видимо, тачку надо нам будет. О, нет, выигрыш, давай, есть. Ух, мне аж плохо стало.
Так, суперстарта не было, ладно. Смотри, он какой он быстрый, а? Чувак. Ты что творишь, а? Надо его опередить. Как бы знаешь, опережая, но не так, чтобы уже прям сильно уверенно это происходило. Есть! Первая позиция! Да ну нафиг, даже если я второй приеду, я буду первым. Так, едем. О! Так, отъехали мы далеко. Давай, 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 разгоняемся, разгоняемся, молодец. Еще немножко осталось. Блин, тачку надо все-таки прокачивать вот эту. Она заслуживает прокачки. Ой, заслуживает она прокачки, ребята. Финиш. Ох, победили мы этого вонючего босса. Еще раз? Да в смысле? Вы издеваетесь, что ли? Я ж тебя уже выиграл. Я тебя выиграл уже? Зачем ты мне дал четвертую трассу? Зачем мне дали? Мне три трассы достаточно было выиграть. Нет, играй еще четвертую, которую ты проиграешь, скорее всего. Блин. Реально мы можем проиграть. Ну, как бы, я не думаю, что... Даже если мы проиграем, мы все равно будем первыми. А-а-а, смотри. Вторая позиция, и что это значит? Подчастую мы его не выиграли. Да. А, нет, все, есть победа. Открываем новый кубок. Нагорный кубок. Что-то за нагорный кубок. Ну, поехали. Посмотрим нагорный кубок. О. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что-то интересное. Назад. А-а-а! Разбились. Не получилось у нас. С этим нагорным кубком что-то не так. Что-то с ним не то. Да ё-моё! Да что такое? Уже второй раз разбиваюсь. Какая жалость. Ладно. Давай зайдем в приключения. В гору. Да, поехали. Сейчас покатаемся на багги. На моем любимом автомобильчике номер 2. Это багги. Бензинчик возьмем. Фига, у него рывки такие мощные. Угу. Да, я хочу себе купить еще танк. Ну, а танк, кстати, мы открыли. Да-да-да-да-да. Танк мы открыли, ребят, с вами. Ну, танк получается... А, денег стоит дофига, 80 тысяч. Интересно, если я так вот буду играть, за сколько я дней заработаю на него, на этот танк. Либо почаще просто заходить в игру, потому что там будут давать сундучки раз каждые 8 часов. А в сундучках обычно лежат деньги. О, перепрыгиваем. Что у меня получается? 3800 уже, да, насобиралось? Почти что 4000. Почти 4000. О, уже 4000, нормально. Так, а здесь нужно внимательно ехать. Аккуратно. О! Чуть головой не стукнулся. Вот, ей-богу. Совсем чуть-чуть.
Эх, сюда бы на баге мне поставить магнитик. Но это я обязательно сделаю. Обязательно, ребята, я поставлю сюда магнит. Только его надо еще открыть. О, на одном колесе 5 монеток заработали. Полторы тысячи метров мы проехали уже. До финиша осталось совсем ничего. Да, короче, я буду баги прокачивать. Тупо специально ради денег. Чтобы... потом делать буду двойные монетки. Нормально прокачаю его. Фига, куда я заехал. Он высоко, далеко. А здесь получается, я там в этом месте, да? Я там еще не могу проехать. 900 метров осталось. Вау, 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 вау. Тормозим, тормозим, тормозим. Фух, чуть-чуть. Голову себе не снес. Чуть-чуть, буквально. 1 миллиметр оставался. Пять тысяч монет, ну, короче, надо будет баги улучшать. Это 100%. Так, опять пещерка. Ох, нифига, какой подъем. О! Давай, давай, давай. А, не получилось. Ладно, мы сейчас еще раз попробуем заехать. Поехали. Уии, нормально. Теперь до бензинчика доехать надо обязательно. Что мы кучу времени потратили. Так, половина бензина уже. А, вот и бензинчик. Оп. Там такая пропасть была страшная. Так, 200 метров осталось у нас до какого-то момента, где разбился. О! Шайтан, волшебство. 90 метров, ребята, остается. 40 метров. Да что, давай, что не мог доехать, или что? Новый рекорд. Да вы что, да вы что, да вы что. Ох ты, а это что такое вообще здесь? Вы реально мне... Я должен вот так вот перепрыгнуть? Ну, ёлки-палки. Это что такое за место вонючее? Мы здесь не смогли пройти.